Вместо школы в больницу. Сын жителя Тольятти Алексея Тишкина Егор чуть было не лишился глаза. К беде привела обычная детская игра. Как рассказывал Егор, он стучал палкой об бордюр. Та отлетела и сильно травмировала глаз. И первоначально мы обратились в Тольяттинскую больницу. Но там нет детского отделения, там оказали первичную помощь, после чего направились сюда. Самарские врачи экстренно прооперировали мальчика. Травма по медицинской классификации высокой тяжести. Но хирургам удалось сохранить зрение. Сложная операция длилась около часа. Сейчас Егору предстоит долгий период восстановления. Получше стало видеть, да? Да, получше. Хорошо. В дальнейшем, после стабилизации состояния глаза, мы планируем выполнять оптико-реконструктивные операции, что способствует уже более качественному восстановлению зрения. Через месяц у Егора контрольный осмотр у врачей. После этого, возможно, он вернется в школу. А пока мальчик будет учиться на дому. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.